Друзья, всем привет! Сегодня мы хотим вас познакомить с одной очень хорошей кошечкой. Но это не значит, что мы приехали в зоомагазин или в какой-то приют для животных. Мы приехали в автосалон Ора, чтобы познакомить вас с новой моделью Ора Good Cat. Так что погнали смотреть! Размеры. Она небольшая, но она реально кажется огромной за счет того, что она немножко такая дутая, раздутая машинка. То есть она в длину 4235 мм и колесная база у нее 2650 мм. Ширина у нее 1825 мм и высота 1550 мм. Многие в комментариях писали под некоторыми видео, что передняя часть у нее похожа на 911 Porsche. Я, знаете, с ними больше все-таки согласен. У нас на канале уже была Ora R1. И в этой модели не исключение, как и в предыдущей, у нее пластиковая передняя часть. То есть, если так даже посмотреть, то цвета действительно немножко отличаются за счет того, что на металле все-таки он выглядит более как-то естественным. Но, да, вот видите, как она прогинается. Но за счет того она и легче, поскольку это все-таки электрокар, и для него важна все-таки увесистость машины, чтобы она действительно хорошо ехала. Но, тем не менее... У нее хорошие катки, смотрите, какие большие, 18 радиуса. Диски такие под старинку сделаны, раз. Что мне конкретно нравится, у нее огромные боковые зеркала с боковыми камерами. Ручки дверей, кстати, действительно такие очень плотные. Кстати, смотрите, какой цвет интересный, такой перламутровый синий, переливающийся. И смотрите, что лично мне нравится. У нее двери очень легкие. Точнее, они в меру легкие, они хорошо закрываются, и они вызывают такое действительно ощущение надежности. Смотрите, ребят, задняя часть этого автомобиля мне лично напоминает немного Nissan Leaf, потому что тоже такая вот выпуклая губа багажного отделения, ну, с такой надписью Ora. Смотрите, какой большой стоп-сигнал. При торможении она действительно такая яркая, как елка, переливается полностью. И поворотники у нее здесь находятся, в бампере, что, как по мне, может быть не очень удобно, но... неудобно для людей, которые будут ехать за вами. Итак, ребят, багажный отсек. Хочу заметить, что крышка багажника поднимается достаточно высоко, за счет чего проем действительно такой довольно комфортный, даже с моим ростом. Но сам багажник, как и следовало ожидать, он далеко не самый огромный, с такой небольшой вот полочкой, кстати, которая здесь на самом деле очень хорошо вписывается, поскольку она не занимает места, и все-таки на нее что-то можно положить. В самом багажнике есть только одна лампочка и два крючочка на каждой из сторон. Но багажник узкий, но глубокий. Снизу у нас лежит зарядка и, в принципе, знак аварийной остановки, да и как бы все. Как такового тут внимания заострять нету смысла, поскольку здесь нету ничего, кнопок нет, он закрывается просто сам по себе. Кстати, здесь нету дворника. Так что это будет, наверное, своеобразной проблемой. Когда будет идти дождь, будет грязное окно, и помыть его можно будет только с бутылочки. Ну что, ребят, давайте проверим толщину окраса. Так, багажник. 101 микрон. Раз. 99 микрон. Ну, в общем, грубо говоря, плюс-минус 100. 103. Крыша. 91. 100, 88, 92, ну, как видите, погрешность плюс-минус 95, вот, 95. Двери. 103. 107. 114. Крылья, конечно же, пластиковые, поэтому смысла их проверять нету. Капот, кстати, капот металлический. 96, 94, 100,
97. Ну и с другой стороны, в принципе, то же самое. Давайте стойка. 107. 98. Я думаю, что двери тут понятно, сколько будут, как и с той стороны. 113. Ну и задняя дверь. 116. Заднее крыло. 111 микрон. Ну, как видите, средняя толщина окраса этого автомобиля плюс-минус 100-120 микрон, что, в принципе, наверное, стандарт по нынешним меркам. Давайте переместимся в салон. Возможно, кстати, в какой-то из комплектаций здесь есть бесключевой доступ, поскольку есть такая вот своеобразная выемка под кнопку. Ну, конкретно в этой комплектации его нет. Так, смотрите, ребят. Салон, ну, лично мне он очень нравится. Он такой сделан по старинку. Конкретно в этой комплектации синий кожзам. Смотрите, на дверях. Похоже на велюр, но нет. Вот такие вот кнопочки открытия-закрытия окон. С хорошим, кстати, планным входом. И вот такое управление боковыми зеркалами, кстати, тоже очень интересное решение. Сами сиденья, ну, я не могу сказать, что они, наверное, какие-то идеал удобства. Но боковая поддержка небольшая есть. На ощупь они очень приятные. Я надеюсь, что они действительно качественные, кстати. Но они не полностью дермантиновые. Тут вот есть тоже тряпочка. То есть они, мне кажется, будут понадежнее, чем вот если бы это был бы чисто кожзам. Управление сиденьями вручное. Но опять-таки, это возможно только в этой комплектации. Я могу ошибаться. Я просто еще пока что этого не знаю. Вот такой вот руль. Кстати, вот руль действительно очень сильный. Посмотрите, какой он классный. Он такой двухцветный. Не знаю, как вам. Пишите в комментариях, ребята. Мне напоминает он руль Мини Купера. Ну что, давайте попробуем сесть. Хо-хо-хо. Я заранее прошу прощения, ребят. В Гуанчжоу сегодня 38 градусов. Машина стояла все время на солнце, и тут дико жарко. Но посадка, кстати... Кстати, посадка одна из самых удобных, на которых я когда-нибудь сидел из машин. Единственный для меня минус – это все-таки запах. Запах пластика здесь присутствует, к сожалению. Но я думаю, что это очень быстро выветрится. Главное открывать окна, и все. Так, рулевая колонка регулируется у нас как? Я подозреваю, что только по высоте. Да, только по высоте она регулируется. Что у нас здесь? У нас здесь огромный сплошной монитор, на котором, ну, естественно, спидометр и запас хода. Вот 230 километров еще эта машинка может проехать. Так, вот такая вот здесь магнитола стоит в машине. Здесь есть английский язык. Я, правда, сейчас переключать не буду, поскольку менеджер просил этого не делать. Здесь все, как и в принципе в любом китайском автомобиле, она позволяет управлять кондиционером. Соответственно, здесь есть навигация, здесь есть 4G модем, то есть можно раздавать Wi-Fi. Да и в принципе все, как бы. Тут на этом особо заострять внимание не будем. Посмотрим камеру заднего вида. Вот, смотрите. Кстати, камера, на удивление, неплохая. И, насколько я понимаю, здесь есть 3D режим. Да, смотрите. Ой. Сразу где-то во мне просыпается мальчишка 15 лет, который любил поиграть в GTA в школьные времена. Но смотрите, она не тормозит совсем. Это, кстати, даже может позавидовать довольно-таки элитный дорогой автомобиль, поскольку как бы, эта машина далеко не самая дорогая. И качество в них, ну, как видите, довольно-таки неплохое. Смотрите, какие здесь кнопки управления кондиционером. Ну, вот прям действительно мини-купер, ребят. Смотрите, вот кнопка аварийки. О, они такие, знаете, металлические, такие приятные на ощупь. Все очень просто. Включение-выключение кондиционера. Опять-таки, кнопка кондиционера, что просто оставить обдув. И обогревы зеркал. Два USB-порта, розетка, вот такие вот два подстаканника. Здесь у нас шайба R&D. Электронный ручник, автохолд и беспроводная зарядка. В принципе, комплектация стандартного электрического автомобиля. Вот такой вот небольшой вот, кстати, здесь подлокотник, в котором у нас что? В котором у нас ровным счетом ничего. Ну, да ладно. Лично мне, конечно, нравится вот эта вышитая торпеда. Посмотрите, какая она классная. Она очень сильная, она действительно придает внешнего вида так автомобилю солидно. Бардачок. Бардачок простой. Маленький, неглубокий, без какой-либо подсветки. Ну и да ладно. Кстати, есть вот такая вот выемка. Это крючочек.
максимум 3 килограмма на нем написано. Само зеркало заднего вида, смотрите, какое огромное. Оно действительно очень удобное. Плюс тут есть USB-порт для подзарядки видеорегистратора. Кнопка вызова экстренных служб, открытие-закрытие люком, очечница, привет, Ливан, лампочки, кстати, такие диодные, зеркала здесь без подсветки. Ну и панорамная крыша, ребят. Хочу заметить, что тут большие боковые зеркала, действительно такие круглые. Ну, это действительно как мини-купер. Сразу видно, что китайцы, проектировали эту машину, сразу обращали внимание на немецких собратьев, это факт. Ну, на руле, конечно, естественно, управление круиз-контролем, магнитолами. Кстати, конкретно в этой комплектации я не уверен, но в максимальной комплектации есть еще автопилот третьего уровня, что тоже огромнейший плюс. Ребят, ну вот эта вот машина, наверное, одна из тех, вот, которую можно действительно советовать на повседневную жизнь, поскольку сидеть здесь очень удобно. Тут хочется сидеть, поскольку она действительно очень сильная, очень внешняя. Это, знаете, как будто прийти в старую бабушкину квартиру, в которой ты провел свое детство, и вернуться на свой любимый диван, увидеть свою любимую старую стенку еще времен СССР. Тут то же самое, посмотрите. Посмотрите на эту ткань. Ну, классно же, да? У меня нету никаких вопросов. Конкретно место водителя. Но давайте попробуем задний ряд. Но я подозреваю, что там будет не хуже. Так, ну, смотрите, хочу сразу заметить, что диван рассчитан на 2,5 человек. То есть две выемки под пятую точку и одна выемка для маленького ребенка. Так, что здесь? Нормально. Не могу сказать, что они идеальные, но нормально, вполне нормально. И, как видите, здесь только один USB-порт. Здесь нету ни одного дефлектора обдува. Для головы здесь места, ну, чуть-чуть меньше, чем с кулак мне. Но, в принципе, этого мне достаточно. Также здесь нету подлокотника. Да, подлокотника нет, но сами выемки вот эти вот в диване и под пятую точку такие довольно-таки нормальные, и сидеть вполне уютно. Не так, как в многих конкурентах, конечно, но тем не менее. Есть тут такие два кармашка. Кстати, смотрите, чехлы вот эти вот, они, по сути, скорее всего, снимаются, поскольку здесь вот есть молния, то есть если они у вас испачкаются, то их спокойно можно снять и отдать на химчистку, что тоже, наверное, является плюсом. Также хочу заметить, что в этой машине 6 airbag'ов. 6. Например, в Вулинге не было ни одного, ну, а в комплектации, которая новенькая, там только один. В Ори R1, кстати, тоже было 6. Но эта машина считается все-таки повыше классом. В общем, задний ряд от меня лично зачет. И подкапотное пространство. Что у нас? У нас здесь, скорее всего, просто обычная кочерга. В данной машине представлено два варианта батареи. Одна на 47,1 кВт-часа, вторая на 57,2 кВт-часа. Соответственно, первый вариант дает возможность этому автомобилю проехать 400 км. И второй вариант дает возможность проехать 500 по тестам NEDC. Что, как бы, очень круто для такой малышки. Ну что, к сожалению, нам не позволили сделать тест-драйв этой машинке, поскольку, как оказалось, на нее просто нету страховки, и, соответственно, на ней нельзя выезжать даже по территории центра. Но, тем не менее, мы надеемся, что в следующий раз мы это таки сделаем. С вашего разрешения по поводу цен мы поговорим уже в автосалоне, поскольку на улице просто невозможно находиться, там под 40 градусов машина просто кипит. Давайте воспользуемся одним из приложений, которые я показывал в одном из своих видео. Вот она наша, Aura Good Cat. Как видите, базовая комплектация с мотором 105 кВт и запасом хода до 401 км стартует от 103 900 юаней. Дальше идет следующая комплектация 113 900. Следующая 123 900. И топовая комплектация на 400 км запаса хода стоит 140 900 юаней. И у него есть также одна комплектация
с мотором 105 кВт, который позволяет ей проехать 501 км. Комплектация с пробегом до 501 км стоит 133 900 юаней. Как вы думаете, стоит эта машина этих денег или же лучше взять... Ну что у нас, конкурент это, наверное, JSC Ion Y. Да, приблизительно та же цена, те же, но там 600 км. Но лично в моем предпочтении все равно пока что Ion Y считается, наверное, таким самым идеальным вариантом в плане цены, пробега и, в принципе, качества сборки, так хотя бы на первый взгляд. Так что, ребят, пишите в комментариях, что вы думаете по этой машине, какие бы вы еще хотели видеть машины на нашем канале. Мы обязательно постараемся их снять в ближайшее время, так что новое видео с меня обязательно каждую неделю, вторник, среда. Так что подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, чтобы не пропускать. И до новых встреч. Всем пока-пока.